британцы массово скупают иностранную валюту, преимущественно евро и американские доллары. Об этом свидетельствует статистика обменных пунктов. Так, количество людей, которые воспользовались услугами обменников Королевской почты, выросло на этой неделе на 74%. Иностранная валюта особым спросом пользуется у людей, которые собираются ехать за границу и боятся потерять при обмене в случае обесценивания британского фунта. Некоторые компании, которые занимаются международным переводом денег и обменом их с одной валюты на другую, приостановили оказание услуг.